В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нас завітав журналіст, політичний експерт Ігор Назаренко. Вітаю вас, пане Ігор. Здравствуйте. Сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. За новим виборчим законодавством обирають місцевих голів та депутатів місцевих рад. В Центральній виборчій комісії ці вибори вже назвали найскладнішими. І на це вплинув ряд факторів. Це і виборче законодавство, і реформа територіального устрою, і організація виборів в умовах пандемії. В середині липня 2020 року до Виборчого кодексу України внесли певні зміни. Тож, таке питання, які нові правила запровадили для кандидатів? Ну, наконец-то воплотили так называемые открытые списки. Когда мы можем рядом с фамилией кандидата поставить его порядковый номер, тем самым как бы указав приоритет в его списке, который находится на округе. На самом деле это очень сомнительная норма. Она, во-первых, усложнила избирательный процесс. Я сегодня ходил голосовать с мамой, и мама никак не могла разобраться, где чего ставить. И я пытался ей это объяснить. Меня члены комиссии отстранили, говорят, вы родственник. Вот ей могут объяснять какие-то посторонние люди. Я говорю, ради бога, идите, объясняйте. Вот. То есть я до сих пор не уверен, как она проголосовала. Значит, вернее, смогла ли она выразить свое мнение, которое у нее было, придя на избирательный участок. Правильно ли она заполнила бюллетень? Значит, и такая система, как бы вот, с одной стороны, она возникла объективно, потому что уже давно есть запрос на открытые списки, об этом говорят еще с Майдана 2004 года, но как бы власть придержащая никак эту систему воплотить не хотят, потому что существует у нас, ну что греха таить, система откатанной внутрипартийной коррупции, когда партийные бонзы за деньги продают места в списках. Проходные достаются тем, кто занес чемоданчик с деньгами, неприходные остаются всем остальным. Если бы была система открытых списков, то она бы эту систему полностью нивелировала бы коррупционную, и тогда бы люди выбирали тех кандидатов, которые им нравятся, которые им по душе. В данной ситуации это проимитировано. Почему проимитировано? Потому что человек начинает двигаться не из-за того, что у него просто больше голосов за него, а после того, когда он преодолевает 20% от партийной квоты. Это достаточно сложно. Достаточно сложно посчитать, достаточно сложно достичь. И даже вот если, я вот по своей маме сужу, даже если, допустим, электорату симпатичны какие-то определенные кандидаты, они не в состоянии правильно заполнить бюллетени, соответственно, будут ошибки, и вот те кандидаты, которые бы получили бы доверие своих избирателей, не получат в итоге. Это с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что существует сговор, который, ну, сегодняшняя власть, которая существует в стране, понимая, что у нее катастрофически падает рейтинг, создала на избирательных комиссиях, используя свое монобольшинство, угадайте где, создала вот такую ситуацию, при которой будет полная неразбериха, огромное количество испорченных бюллетеней, когда люди будут ставить за кандидата, который им нравится, и за партию, которая им нравится, но она не обязательно, что этот кандидат находится в этой партии, а это испорченный бюллетень. И вот таких вот случаев, или кто-то промахнется, ну, пожилые люди в основном приходят голосовать, да и молодые тоже, когда им дают вот эту стопку бюллетеней, тоже достаточно сложно разобраться. Скажите, какая явка громадян в Одессе на 17 годину? Ну, точно я вам сейчас сказать не могу, это должны сказать люди, которые это отслеживают, которые мониторят, но я, так сказать, вещую, что где-то будет за 30%, до 40 не дойдет. И это обычная ситуация, вызванная, так сказать, вот интересом избирателя, к сожалению, я скажу, интересом избирателя к местным выборам. Хотя именно местные выборы, а не выборы президента, когда у нас явка выше всегда, определяют больше нашу судьбу как граждан города, где мы проживаем. Ну вот, к сожалению, вот так народ относится. Крім того, що ми маємо новий виборчий кодекс, вибори проходять в умовах пандемії, коронавірусу. Які карантинні заходи були підготовлені та як виконувалися сьогодні? Вони стабільні, как бы, вот одні і ті ж, це соблюдення дистанції, це защита рук, защита лица, защита глаз. Вот сьогодні я бачив на избирательном участке, значить, членам комісії видали такі вот прозрачні, значить, як вони називаються,
забрало, да, если по-рыцарски использовать, значит, такие вот защитные какие-то приспособления, которые и защищают и глаза, и, значит, ротовую полость, нос. Значит, то есть те же самые стандартные нормы, которые есть. На избирательные участки не пускают без масок, поэтому, так сказать, вот еще один барьер, если кто маску забыл, ему лень потом возвращаться еще раз, то есть вот, вот эти люди не проголосуют. Чи були якісь спекуляції на темі COVID-19? Знаємо, що напередодні ЦВК оприлюднило, що повинні бути передбачені окремі коридори та окремі кабінки для голосування саме для людей, які є хворими на COVID-19. Чи було це впроваджено взагалі? Ну, зная ситуацию, которая у нас с участками происходит, то я думаю, что это нереально организовать. Хотя разные входы есть, но у нас, допустим, если вот мы голосовали в одной там, в школе, сейчас нас перевели в институт холодильный, значит, у нас там вход был с одной стороны, выход с другой стороны, чтобы люди просто не пересекались, входящие и выходящие. Это было, как сейчас организовать отдельный вход для тех, кто болен коронавирусом, я, честно говоря, не знаю, но не будут же они строить эти выходы. Я думаю, что это все профанация. Может быть, на участке была отдельная кабинка для больных COVID, вполне возможно. Но, опять же, когда я сегодня голосовал, то кабинки были заняты все. Не думаю, что вот кто-то занял кабинку COVID. Ну, честно говоря, это все неинтересно. Який механізм голосування людей вдома і яку кількість яка кількість людей сьогодні голосувала вдома? Тому що казали, що ось навіть по тим, які захворіли на COVID-19, до них будуть приходити з комісій їх територіальних та... Я знаю, что распоряжение такое было, и наверняка на всех выборах всегда есть мобильные группы, которые посещают людей на дому. Больны ли они COVID-19 или просто это пожилые люди, которым тяжело передвигаться, но они такие же избиратели. То есть голосование на дому всегда было, и я думаю, что здесь ничего нового не будет. Скажіть, ще таке питання ось є, чи були якісь спекуляції, чи були взагалі якісь вже провокації на дільницях? Ну, воно завжди на виборах завжди щось відбувається. Хтось веде себе неадекватно, хтось намагається там проделувати определені маніпуляції. Маніпуляції там називаються каруселями, коли там, як працює карусель. Чоловіку віддають бюлетень з пам'яткою за правильну партію, за правильного кандидата. Він його вбрасує, свій чистий виносить там і віддає. І, собственно говоря, на цьому, собственно говоря, был вот этот вот случай, о котором мы с вами говорили до эфира, когда девушка чудесным образом потеряла один из бюллетеней. Причем наверняка это был бюллетень городской, то есть именно в городской совет. То есть, ну, как бы вот, ну вот старая добрая схема карусели, ну, связана с тем, что у нас есть кандидат, которому надо преодолеть 50% барьер, ни в коем случае не допускать второго тура, потому что второй тур может быть для него фатальным, потому что как бы сейчас у него есть перевес, а если его будут сравнивать вот как бы из двух кандидатов, там может переметнуться огромное количество голосов, которые голосовали за других кандидатов, и он не факт, что он, так сказать, второй тур преодолеет. Поэтому, понимая это, будет делаться все, чтобы этот человек прошел в первом туре. То есть, соответственно, прогнозирую ночь чудес. Мы знаем, что этот человек набирает 30 с чем-то процентов, никак он 50 не может, они надеются дорисовать. Ну, посмотрим, как это у них получится. Сьогодні було багато обурених людей, тому що вони приходили до своїх територіальних виборчих комісій та як їм казали, ви тут не зареєстровані, йдіть в іншу комісію. От з чим це може бути пов'язано? Ой, не знаю. Ми в прошлый раз голосували, нічого ми как бы, адреса не міняли. В прошлый раз голосували в одному місці, сьогодні ми голосуємо в другому місці. Как-то вот перетасовали всі комісії, люди не знають дійсно, куди йти. Дуже багато у нас проблема по місту, особливо в старій частині міста, посривали вот ці старі ящики, які були ще там совєтські. Нових, звісно, ніхто не повісив.
вот, допустим, моей маме принесли пригласительные, а в мою семью, там через дорогу мы живем, не принесли пригласительные. То есть, ну, мы там, по интернету нашел, куда голосовать. Вот, но это же ненормально. Скажіть, коли ми можемо очікувати на результати виборів, чи буде фальсифікація, яка вона може бути цьогоріч? Ну, із фальсифікації все время делают, как бы это, так сказать, наши выборы без фальсифікації не проходять. Ну, опыт показывает тоже международных наблюдателей, это вообще повсеместное явление, как бы фальсифицируют и во Франции, и в Англии, и везде. Вот. Просто там это делают как-то аккуратнее, у нас это все приобретает, так сказать, форму скандалов. То есть выносится ссор из избы, причем так, на весь мир. Поэтому будут, никуда от этого не денешься, но вопрос в другом. Вопрос в том, насколько они будут масштабными. То есть одно дело, когда это будут где-то какие-то локальные корректировки по отдельным кандидатам, другое дело, это будет что-то такое, что будет вообще менять политическую картину. Вот. То есть, ну вот, поживем, увидим. 5 питань від президента Володимира Зеленського. От розкажіть, як люди реагували на них, як відповідали, як проводили опитування взагалі? Сидят девочки на некоторых избирательных участках. Я сегодня был, там я же директор исследовательского института развития демократии, поэтому поглядываю за тем, как идет процесс. Был на разных участках, на некоторых есть эти девочки в характерных, у них такие манишки белые, там написано 5 питань від президента. Значит, манишки утвержденные официально. Значит, вот где-то они есть не на всех участках. И люди реагируют по-разному. Кто-то плюется, говорит, идите вы со своими питаниями. Кто-то подходит, рассказывает. То есть, ну, как кто настроен, это все зависит индивидуально. Ну, вот, я же говорю, они присутствуют не на всех участках, но там, где присутствуют, там потихонечку кто-то что-то отвечает. Чи були якісь певні окремі провокації від одиничних осіб якихось? Ну, по городу, так по новостной ленте, опять же, я же не могу везде присутствовать, вот по новостной ленте, то там где-то вот происходят какие-то стычки, какие-то там недоразумения на избирательных участках. Съезжаются телеканалы, мы увидим вечером по новостям уже что-то поснимают. Что-то снимали у нас там в городе, вот я видел машины этого Одесса Лайф. Значит, еще раз повторюсь, это всегда было, всегда будет. Где-то люди неадекватные. Ну, не надо забывать, что у нас отменили психиатрические лечебницы, и теперь эти все люди, которые находились под присмотром врачей, они ходят по городу. Поэтому почему бы им не устроить чего-нибудь не отчебучить на участке? То есть это, как это сказать, это вот наша сегодняшняя реалия. Ну, это как бы дополнительная нагрузка на полицию, где они сталкиваются с какими-то неадекватными людьми, а где-то, может быть, они сталкиваются со злым умыслом, с теми же самыми каруселями, теми же вбросами, которые там, собственно говоря, планируются. А они точно будут, я же говорю, из-за объективной необходимости определенному кандидату преодолеть 50-процентный барьер. Сьогодні відбулись вибори за новим виборчим кодексом, тож ми побачили недоліки цього кодексу, побачили, що потрібно доопрацювати. До закриття виборчих дільниць залишилось 3 години, тому ми закликаємо усіх людей піти та проголосувати, тому що це є дуже важливим, щоб вашим голосом ніхто не скористався. В студії був журналіст, політичний експерт Ігор Назаренко. Дякую вам за такий конструктивний діалог. Для вас працював Василь Базавлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.